Басоты, видите, бас, автобус. Здесь остановка автобуса. Дальше есть вот крестик, нельзя тут останавливаться. Дальше такси. Естественно, вы понимаете, что это такси, здесь стоят такси. Обозначение для автобуса, здесь автобусная остановочка. Знаки все понятны для водителей. Вот, парковка. Даже вот тут есть слова на гараж. Смотрите, гараж, наша, ну, не наша, английская, гаража на их языке. Вы поймете, водители поймут как. Опять же, вон знак, пешеходный переход, парковка. Все это понятно очень. Вот, видите, опять же, два обозначения, что здесь машину ставить нельзя на перекрестке. Пешеходный переход, как у всех. Для водителей, я думаю, здесь очень легко будет. Вы можете взять машину в аренду. Вот, ограничение 30 километров, так как тут уже как бы жилая зона, здесь туристы спускаются на море, идут. Идут в свои гостиницы, в свои апартаменты, в свои виллы, как мы говорим уже здесь. Вот такой у нас наверх подъем. Ну, немного тяжеловато было только первый день, потом вот автобусы, так как автобусы вот не проедут уже здесь. Узкие дорожки. Есть виллы и повыше, конечно, но я думаю, удобнее жить вот на первом этаже. Подъемчик, подъемчик. Полезно походить после завтрака, когда вы пошли на завтрак. Плотно позавтракали и поднялись. Желтые такси есть, не желтые, разные. Но вы увидите, что это такси. Ну, прямо аж как-то хорошо дышит, даже когда идете в гору.